Так, ну значит меня вот попросили снять видео про расширительный бачок в системе отопления. Ну, собственно говоря, как вы понимаете, вот это вот самая верхняя точка фактически. Ну, вот так вот я сделал. То есть это система открытого типа. Воду доливаем мы со шланги сюда. Давайте. Конечно, сделано все неудобно, но вот такой вот выход придумали. А если вода в бачке заканчивается, то слышно бульканье. Булькает вода. Доливаем примерно раз в месяц. Чуть меньше ведра. Поначалу было все сделано под собственную циркуляцию системы. Но потом поставили насос, потому что не хватало тепла. Ну вот такой расширительный бачок. Самодельный. Сделали, доделали.